Всем привет! С вами канал Рыбалка Севера. Начинается сезон охоты. Сезон будет у нас на гуся. Получается, второй день сегодня на болоте. Первый день был вчера. Ну, вчера был как бы заезд, заход, подготовка местности. Подготовка скоротка. Надо было обновить его, немножко засидку сделать. Еще частично еще не все доделано. Вот, выставили профиля выставили, ночь они у меня уже тут заночевали, вроде бы все на месте, никто не улетел, все хорошо. Вот, ну скажу, что вчера гусь вроде бы шевельнулся, было в основном много козары, шевельнулась козара. Ну вот мы уже с 6 утра на болоте, одна стайка пролетела лесом там, небольшая прям. И все. И пока на этом прям совсем тишина. Ну, будем, конечно, ждать. Для этого сегодня мы здесь, чтобы дождаться. Я думаю, должны сегодня уже открыть охоту. Должен быть сегодня уже добыт гусь. Поэтому оставайтесь на канале, друзья. Прошел час прибытия на болоте. И пока прям тишина. Ни одной, вот одна стайка вот там пролетела, и все, и после этого даже не слышно его. На болоте здесь точно он не сидел, потому что пришли, ничего, они вообще нигде, ничего, тишина. Ну, ожидаем, конечно, ждем. Вон там летят, много-много гуся, друзья, летит. Фу, конечно, налет был такой, очень даже неплохой, но... Друзья, отличненько, посмотрите, сколько я. Друзья, это было, конечно, нормальненько, весело. А, вот она, прямо за сетки, друзья, упала. Первая козарина. О, друзья, вот она, первая козарина. Вот вторая козарина. А это в лужу, блин. Надо палкой какой-то доставать ее. Все, друзья, козара. Друзья. С полем, друзья. Наконец-то, наконец-то открытие охоты. Теперь уже точно состоялось. Три гуся добыто. Супер, друзья, супер. Ну вот, просто... Конечно, налет это. Налеты хорошие были. Могло быть, конечно, и лучше. Но тоже ничего, я вам скажу. Фух, вообще доволен. Нормально так с охотки пострелял. Понятно, что спешил много опять. Но ничего. Вот эти прицельные были выстрелы, и гусь падал. На шею. Фух. Ну залезла-то. Ну козарка. Ну козарка. Опа. Есть, удачно. Удачно. Есть. Достали. Ух ты. Вот она, козарочка такая, средненькая, не маленькая. Опа. Аккуратненько, тем же макаром, палочку не выкидываем.
Берем ее как опору. Опса. Вот и все. Ну, нормально такая вот это. Покрупнее этих казарочка. Получилось у нас, друзья, три казарочки. Вот это такая небольшенькая. Ну, вот это уже такая средненькая. Ну и вот эта средненькая, не маленькая казара. То есть это крыло сломало сразу. Это грудь тоже. Это грудь. Крыло сломало. То есть вот такие вот, друзья, замечательные казарочки. Друзья, с полем все отлично. Три казарочки добыто. Супер. Так, ну как-то... Как-то после первого вылета, буквально получается, что он там летел, 15 минут, 20, пускай еще стайки там пролетали, все, больше гуся нет, прям вообще тишина, опять затишье такое непонятно, возможно, казара она такая, она любит, когда солнышко уже пригревает, она начинает с болота на болото курсировать, перелетать, кормиться, есть, конечно, шанс. Надежда, конечно, на это есть, что так оно и будет. Что казарка начнет перелетать с болота на болото, будет кормиться. Но пока двига никакого нет. Вот, надо дело это отметить. Открытие охоты. Как говорится, с полем нас всех. Ёпрст. Одна, вторая, две штуки. Так, пойдем заберем гуся. Еще подранок. Поэтому нужно. Друзья, добьем, попробуем. Все, добил, друзья. Все, казара. Вот вторая. И буквально все это произошло, сами видели, в течение 5 минут. Сегодня день казарки. Просто здорово, друзья. Слов нет. Я вообще просто доволен. Получается 3,6 гусей добытых сегодня. Прям просто песня. Ух ты. Каша еще, смотрите, даже никто не ходил тут. Налеты, друзья, конечно, были хорошие, такие интересные. Но можно было, конечно, больше реализовать, но все же были налеты реализованы.
Казарочка была добыта. Все супер, друзья. Так. Вот еще нужно. Опачки. Все хорошо. Опа. Небольшая, средненькая казарочка. Вот такая вот. В принципе, не молодая. Средняя. Друзья, я считаю, что любая добытая птица — это уже результат. Вот она, наша казарочка. Все отлично. Опа. Заберем-ка мы вот эту палочку обратно, друзья. Пойдем попробуем вот тут с черного зайти. Там вроде есть все нормально. Поближе. Должен дотянуться. Мишаня, если что, это спасай. Слышь? Если что, спасай. Да за кошка далеко. О, ёпть. Опа. Опа, друзья. Сейчас попробуем шевельнуть. Опа! Это называется грязный гусь, друзья. Ёпарс это! Во, в грязь залез. О, достал. Ё-моё! Вот это да! Опа! Так, ну в общем, этот день, можно сказать, удачной охоты заканчивается. Подведем с вами вот итог. С товарищем мы добыли сегодня 8 казарин. Вот, вот, они прекрасные, 8 казарин. Конечно, могло быть больше, но... Это первые, как говорится, в этом сезоне стрельба. Так что не судите строго. Вот, 8 казарин добыто. Как говорится, открытие охоты состоялось. Нас, как говорится, с полем, друзья, и вас с полем. Ну и вам, как говорится, друзья, зрители, приятного просмотра. Вот такие вот казарины. Ни одного белолоба, ни одного гуменника, а одни чисто казарины. Ну, такие казарины небольшие, все средние. Вот такие вот казарочки. Вот, в общем, друзья, день у нас этот охоты прошел, заканчивается. Будем выдвигаться, пойдем мы до дому. В общем, друзья, всем спасибо огромное, кто смотрел этот выпуск. Всем, кто остался на канале, подписывайтесь, друзья. Этот сезон только начинается. Впереди, думаю, много еще будет хороших дней охоты. Так что оставайтесь на канале. Хорошего просмотра, друзья. Ну и с вами был канал Рыбалка Севера. До новых встреч, друзья.